Ребятки, сегодня будет очень интересный день. Поедем, катнемся немножечко, и потом нам на сенокос. Будни тракториста будут, если что. Так что, да, сейчас трошки тут поджигаем. Самую малость. О, спасибо. Нас пропустили. Уступили. Все красиво. Замечательно. Вообще хорошо. Еще цепь натянул. Вообще такая красота. Отзывчивый. Поставил нулевик. Вообще красота. Еду и кайфую. Ну все, значит, попал в видео. Давай. Just Run Rider. Все дела. Она, наверное, на видео нас снимала. Я на тебя подписан, когда у тебя было еще 5000 подписчиков. А, наверное, самое начало в 2020 году, да, наверное, только начал еще. Ну это круто. Все. Спасибо. Да не мазь, что. Давай я тебе удачки. ZX9, ZX10. Одна и та же херня. Все равно мы толкаем. Какая-то херня случилась. Пока ехал на заправку, приборка потухла. Отстрелы начала лупашить какие-то сильные. И в итоге все. Завелся с толкача один раз. Доехал сколько мог. И мне сейчас дубасить, ну, километров 7 домой. Поэтому что, спорт-режим, как обычно. Дело привычное. Главное, перчатки не потерять. Вот. Может, как проезжал, подсказал. Так бы одну нашел, а вторая хер его знает где. Ай, блядь. Вот она, жизнь, боль. Где ее искать? Теперь. Бежал, бежал. А он уж, ебать. Это пизда. Мне так и везет. Он помогает. Я вижу, вижу, спасибо. Пиздец. Вот это мне наказание за что-то вселенная делает. Ну ничего. Значит, так нужно. Ёб туда, бля. Это вообще. Ой, блядь. Побегай с мотоциклом. Побегай, блядь. Без. И теперь назад. Охуеть. Вот он, спорт. Спорт-режим. Пробовать. Сейчас все горит. Сделать попытку завести не. А вот попытку с толкача мы можем. Сейчас разгонимся, включим первую. Максимально быстро. Как только сможем. И прыжок. И хуй в сраку, блядь. Кати дальше. Настоящий мотобрат. Или похую. Приветствую. Да не знаю, наверное. Привет. Скорее всего, релюшка где-то отошла. Был пропал свет приборки, всего, предохранители целые. А там хрен его знает. Только вскрывать надо. Но сначала не работало, я даже с толкача его завел с горочки. Но недолго проехал. Пару километров и все. Так что машина. Ага. Так что. Блин, все перещупал, то скорее всего надо под бак лезть там. Вот включаешь. Все запускается, но дальше вот и кофейня. Еще было коротило что-то, но хрен его знает. Релюшка, может быть, на что-то отрыгнула. Ну да, поэтому с толкача только один раз получилось и все.
кто-то проехал. Наверное, то, что все, что было, бен захватило, вот то смакнуло и доехало. Дальше уже все. Только надо вскрывать. Да тут чуть-чуть до Власовки осталось, что тут пробежаться еще часик. И буду дома. И да ну, вот там кусочки были, даже не хватало ничего. То нема смысла, буду уже бежать. Дальше до Талова, тут уже предохранители все. Все самое основное, что можно посмотреть, как раз под баком. Поэтому бессмысленно. Так что спасибо все равно, что остановились. Ну, конечно, там. И все. Да. Это там под бачком, там мозги. Да. Ну, что поробишь. Так и життя. Умеешь кататься, умеешь толкать. Тоже. Все тогда. Спасибо. Побежал. Тут 1030-31. 30. Угу. Ну, это ж хорошо. Как раз для наших дорог везде. И по бездорожью, и так мягенький. Так, ладно, я побежал. Вот так вот. Ну, то брат. Молодец. Вот это другое дело. А, есть вообще никому ничего не интересно. Шо там, как? Проедут, поржут еще. А вот это я понимаю, я бы тоже остановился. Поэтому поддерживаем друг друга. Даже несмотря на то, что ничем помочь не можете, хотя бы словом. Тоже приятно. Да, поэтому да, так и живем. Ребятки, ребятушки. Ёлки-палки. Фух, что, может попробуем завестись, что он нам скажет. Тут ничего. Попробуем разогнаться, включить первую. Опа, я 7 километров в час, оказывается, бежу. Прикольно. Сейчас мы попробуем, чтобы только не упасть. Я в туда разгонимся хоть кое-как до 10. Прыгнуть бы, блядь, удачно. Сука. Опа. Давай, давай. И хуй. Ебать. Сука. В пизду будем толкать. Я тут уже чуть-чуть. Я скоро выхожу сдать на финишную прямую, и там ну еще километра полтора может, так что в общей сумме еще может километра два, и я дома. Большую часть я уже прошел, пробежал. Фух, тяжко, конечно, вся, блядь, балаклава мокрая, тяжело дышать, шлем нема смысла снимать, куда его поставлен, перчатки терял бы, шлем будет мешать. Короче, пиздец какой-то. Там, если вижу вот эту горочку, хоть чуть-чуть, на нее я сейчас вылезу, попробую завестись. Не буду оптимистом, если не попробую, блядь. Небольшая горочка, но она есть. Сейчас проверим. Ебать. Это мое спасение. О, ебать, как хорошо. Надо хоть чуть-чуть ближе подобраться. Это пизда. Боже, это был мой самый длинный путь в моей жизни пешеходом. Пробежечкой, блядь. Это пиздец. Это просто уникальный пиздец. Я не знаю.
Надо доехать. По-любому. Любыми средствами, способами, блядь. Я уже не могу просто, блядь. Сука, жарко. Я уже буду как на эндуро ехать, блядь. Хоть бы сейчас не заглох, блядь. Дай сделать последний рывок. Чтобы тут все заглохло, приборка. Это знак, что сейчас будем глохнуть, сука. А тут еще вот эти едут, бля, ебаный в рот. Не дают мне сосредоточиться. Пизду. Я останавливаться не буду. Максимально близко нужно доехать домой, бля. Это пиздец. Это просто пиздец. Фух. Аж на душе легче. Даже если ты тут и заглохнешь, мне уже не страшно тут. Не так западло катить. Пробежечка моя мощная. Ну вот и заглох там. Отлично. Оба. Оба. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Вот провод, который идет с генератора. Он красненький проходит. И вот тут я его на хомутик заделали, короче. Здесь я его еще хомутиком приделал. Он еще там хомутиком другому. Короче, он просто тут лежал и тупо перетерся цепью. Короче, вот такая херня была. Это вообще, это просто жуть. Поэтому будьте внимательны, следите за всеми проводами, чтобы нигде ничего не висело, не торчало, а то будут такие проблемы, как у меня. Ну а сегодня у нас будут будни тракториста. Хоть я, конечно, и в такой морской кепочке. Но это не от меня, я живу, что нас сегодня ждет. А по большей части меня. Для меня это будет впервые. А вот для данного человечка это ежедневная работа, можно сказать, в летний период. Подготовочка. Поехали! Я уже подхожу к месту встречи и слышу, как мой тракторист едет, кочегарит вовсю. Оно, бля, едет, несется, бля. Тут прицеп надо весь накинуть. Это вообще жесть. Это жесть. Вот. Вот он. То самое. Работа, которая нас ждет. Знакомьтесь, это Толик Электроник. Вот он, поездка. Сельский дрич. Будь не тракториста. Не, будь не тракториста, это когда поломка случается. Это будет тракториста. Это тоже подготовочка. Это будет на месте пока. Свежачки. Но! Это вот все. Вот это вот туда, вот туда, вот там еще где-то есть. Короче, закидать. Вот сюда. Вот эту часть сейчас добиваем, потом туда вся хуйня. Вот тут уже столько накидали, тут укладываешь по бокам, все в центр, потом опять по бокам в центр, и это все из-за него. И вот она, выполненная работа. Я в полпятого вышел, вот эта вот кучка, сейчас где-то пол девятого плюс-минус. Ой-ой-ой-ой-ой, вообще, красота. Как краса! Закат какой, оптудей, бля! Все, вот птичка помчала. Да, нормально. А мне тут Димон, брательник его, говорил. Да ты что, там так тяжко, помрешь, блин, вообще ужас, ужас. Не, ну такое, нам повезло, погода хорошая, не жарко было. Вообще, самое то, как по мне. И класс. Такое для себя разнообразие очень интересное. И человеку помог заодно. Так что да, вот такие вот у нас будни тракториста. Ну что, друзья, что тут хочется сказать? День был насыщенный, тяжелый, да. Как все оказалось, вышло довольно-таки тяжело в совокупности. Что я могу вам порекомендовать? Всегда следите за проводами, чтобы нигде ничего не висело, бо придется вам потом страдать, как я.
проверяйте все, масло, фильтр, туда-сюда. Кстати, я поставил нулевик. Теперь он будет ехать мощно, мощно, очень мощно. Но с нашей-то местностью придется его, наверное, чаще чистить. Короче, оно покажет. Оно покажет, к чему мы придем, что да как. Ну а пока всем рекомендую подписаться на все соцсети. Инстаграм, Телеграм, ТикТок. Блять, везде, короче, подпишитесь, сделайте репосты всех видео по всем соцсетям. Это приятно, комментируйте. Ну, а мы будем дальше писать контент, дальше больше, скоро увидимся. Дяденька, вам не страшно ездить на мотоцикле? Нет, конечно, я ж мужик.